Югорчанам помогут открыть собственное дело. Накануне Департамент социального развития региона подписал соглашение о взаимодействии с Фондом поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес». Теперь жители округа могут получить до 250 тысяч рублей на закупку оборудования, создание и оснащение дополнительных рабочих мест. В этом году такую поддержку окажут почти 2000 югорчанам, которые хотят открыть собственное дело. Помимо материальной помощи для начинающих предпринимателей, также проведут юридические консультации и образовательные курсы по бизнес-планированию.